Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствую вас на очередном стриме с уже 5-го по счету этапа чемпионата на портале ASRC по GTR 2 в классе GT1 2014. На этот раз этап проводится на трассе Laguna Seca. Это американская трасса. Многим, наверное, известно. На самом деле, у нее более полное название есть. Mazda Raceway и Laguna Seca. Это кольцевая гоночная трасса. Она расположена недалеко от города Монтеррей в штате Калифорния, США. И используется для проведения авто- и мотогонок. Также принимает этапы международных и национальных американских чемпионатов. Имеет множество подъемов и спусков с большим перепадом высот. Общий перепад высот составляет 91 метр. У трассы довольно богатая история гоночная. Она была построена в 1957 году, после того, как расположенное поблизости гоночное кольцо в Pebble Beach было признано слишком опасным для проведения автогонок. Для нового автодрома было выбрано место между городами Монтеррей и Салинос, неподалеку от ранчо Laguna Seca, что, в принципе, и стало названием этой трассы впоследствии. Laguna Seca с испанского означает «сухая лагуна». Первая гонка была проведена 9 ноября 1957 года. В ней победил Пит Лавли, выступавший на автомобиле Феррари. В последующие годы трасса принимала этапы чемпионатов USRRC, Can-Am, Trans-Am, Формулы 5000, IMCA, CART и многих других. С 1999 года на ней проводится этап серии LMS. С 2005 года возобновлены гонки чемпионата MotoGP. Просто раньше, в 1988-1994 годах, здесь уже проводился этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым автогонкам, мотогонкам. В 1988 Laguna Seca даже, возможно, была бы трассой Формулы-1. Ну, то есть она была претендентом на проведение Гран-при США Формулы-1. Однако комиссия FIA решила, что габариты трассы довольно-таки небольшие, да и сама она не длинная и совершенно не удовлетворяет требованиям Формулы-1, поэтому Гран-при США провели тогда на городской трассе в Финиксе. Ну, наверное, все мы знаем Лагуну Секу еще и по ее знаменитому повороту. Это всем известный коркскрю, ну или в переводе с английского означает штопор. Вот сейчас как раз Сергей Лапин к нему подъезжает. Поворот знаменит тем, что он довольно сложен. Он имеет такой особенный вход. Вот смотрите, видите, слепая зона, и теперь поворот налево. И потом сразу же направо, причем все вглубь поворота ныряют, а там очень довольно-таки неровно, там яма и сцепление на какую-то доли секунды теряется. Естественно, траектория в этом повороте одна. Однако находятся те смельчаки, которые пытаются там пройти. Ну, в основном это, конечно, происходит на этапах MotoGP, потому что я собственными глазами это видел. Я не буду голословным. Они пытаются пройти там внутри, то есть срезав еще больше кусок. Ну, вот Марк Маркес, например, так делал. Молодой горячий испанец. Ну, этот поворот по знаменитости может соперничать разве что с красной водой Руж в СПА. Тоже довольно-таки интересный поворот. Так, ну, что у нас теперь по самому чемпионату? Прошлый этап, четвертый, проходил на трассе Автополис в Японии. Победителем там стал Дмитрий Смыкалов в очередной раз. Получил за это 40 килограмм балласта. Так, или даже больше. Так, вторым финишировал неожиданно Данил Давлетшин, третий Евгений Толкачев, Павел Диденко четвертый, Сергей Лапин пятый. Ну, в целом,
Гонка получилась довольно интересной. Развитие событий происходило довольно-таки неожиданно. И наверняка сказать о том, кто станет победителем, было нельзя. Но ближе к концу гонки, ввиду разных технических проблем, ошибок и так далее, финишировал первым снова Дмитрий Смыкалов, и все его конкуренты, можно сказать, самоустранились. В итоге сейчас Дмитрий Смыкалов в общем зачете занимает первое место, ну он и до этого был первым, первое место с большим отрывом от занимающего второе место Анатолия Корчева, который прошлую гонку, к сожалению, не доехал. Он спалил свой двигатель где-то на 21-м круге, на 22-м круге. Вот. И сейчас, естественно, надежд на лидерство в чемпионате нет, если только не сойдет Дмитрий Смыкалов, естественно. Тогда шанс полидировать у него еще, возможно, будет. Так, ну, смотрите сами. Все-таки этот этап уже вошел в историю. Нам нужно двигаться дальше и по итогам пятого этапа решить, кто же у нас достоин первой позиции. Смотрим за положением дел в квалификации. Уже больше 7 минут прошло. И пока лидирует Сергей Лапин. Занимает он первую позицию с временем минута 19.390. Дмитрий Смыкалов пока второй, уступая ему всего 0,002 секунды. Это действительно ничто. Третий Анатолий Корчев, минута 19.511. Четвертый Павел Диденко, минута 19.623. Ну и Толкачев, минут 19.992. Очень плотные результаты, я бы сказал. Вот сколько этапов прошло, это самые плотные результаты пока что, начиная с первой позиции. То есть обычно получается у нас так, что кто-то первый, второй с большим заделом идут, прям как Макларены, Мерседесы точнее, в Формуле 1. А все остальные идут с каким-то отрывом от них, но тоже довольно плотненько. В принципе, сейчас, вот, кстати, Анатолий Корочев сейчас показывает лучшее время и заметно быстрее, чем Сергей Лапин и Дмитрий Смыкалов. Почти вышел из минуты 19, я так думаю, что следующая попытка будет тоже. И, возможно, он улучшит свое время, выйдет из минуты 19. Я уже посмотрел внимательно перед трансляцией, кто как проходит трассу, заметил, что некоторые действительно максимально используют всю ширину трека, стараясь выиграть максимум времени в этом. Бордюры здесь довольно низкие, ровные, но не стоит забывать, что чересчур, если выехать за них, то здесь песок, грунт, из которого, ну, выбраться не так-то просто. Трасса сама по себе такая блеклая, со скудной растительностью, отдельно стоящими деревцами. Ну и, естественно, травы здесь тоже очень мало. В основном песок, грунт и асфальт. Также хотел бы отметить, что сегодняшнюю трансляцию я в качестве эксперимента решил запустить с большим количеством кадров в секунду. Вам может быть заметно, кто смотрит, хотя не думаю, потому что флеш-плеер обычный, который стоит на сайте трансляции, он не может передать 60 кадров, я так думаю. Ну, может быть, конечно, разницу вы все равно почувствуете вживую. Ну а вот те, кто будет смотреть эту трансляцию в записи, благодаря возможностям, новым возможностям YouTube,
вы сможете лицезреть видео в 60 кадрах FPS. Единственное, что хотел отметить, пока что эта новая фишка YouTube работает только в двух браузерах. Это Google Chrome и Safari. Safari, мне кажется, мало у кого есть, если только у вас не Mac'и. Или там Apple. Ну а с Google Chrome, я думаю, большинство из вас знакомы, может и пользуются им. Так что милости прошу посмотреть эту запись, если будет, конечно, интересно. Так, пока у нас квалификация уже больше половины по продолжительности прошла. Кстати, посмотрите, как поворот проходит Павел Диденко. Очень коварный довольно-таки поворот. Ну, знаете, для квалификации, возможно, люди концентрируются на нем больше, а вот в гонке при изменяющихся условиях сцепления с трассой, износ резины и так далее, при большем весе, то есть все это будет влиять, и, как мне кажется, этот поворот будет частенько становиться проблемой. Надеюсь, никто в здравом уме, у нас все находятся, никто не будет пытаться в нем обходить, потому что, ну, здесь, если не попасть в него, вот видите, вот почти обгон сейчас, вот на выходе, да, вот на выходе как раз обогнать можно, потому что если кто-то неправильно его проходит, теряет какую-то большую часть времени внутри, то как раз шанс на выходе из поворота пройти есть. Но в самом повороте проходить не рекомендую, естественно, здесь просто некуда будет деваться, просто будет либо столкновение, контакт и, как следствие, ничего хорошего. Так вот, по ходу гонки, мне кажется, не один раз будет там у кого-нибудь проблемы, потому что у нас гонка довольно длинная, ну, почти, я бы сказал, длинная. Средняя длина около часа. Нас ждет 42 круга, то есть 42 раза будут пилоты обходить поворот штопор и постоянно там, возможно, будут опасности. Так, а у нас между тем новый лидер промежуточный в поуле. Это у нас Макс Буневич. Да, квалификацию он хорош. Отыгрывает уже 3,6. 36 сотых у Корычева, и первым выходит из минуты 19, его лучший результат минута 18, 944 тысячных. Но этот Макс, к сожалению, никогда не доезжает гонку, то есть он даже не стартует почему-то, не знаю почему, зачем столько трудов. Столько трудов в квалификации, чтобы просто не поучаствовать даже в гонке. Непонятно. Возможно, его, конечно, выкидывает сервера, или какие-то проблемы, или, может, он по времени успевает. Но мне кажется, обидно. Да и мне, в принципе, и вам, наверное, поинтереснее было бы, чтобы больше пилотов боролось за лидирующие позиции. А так у нас получается, что Корочев да Смыкалов постоянно, ну, вплотную как лидеры, а все остальные пытаются их догнать. Ну и это получается с переменным успехом. Ну, пока что большинство гонок у нас прошло при подавляющем преимуществе лидера. Ну, я имею в виду на финишной части. То есть борьба была только в одной гонке, и там действительно было остро, но... Здесь вот, кстати, видите, неправильный вход и нырнул прямо в асфальт Анатолий здесь. Очень непростой поворот, и, в принципе, пройти его можно, постоянно можно проходить, но когда давление на тебя, когда уже 40 кругов ты крутишь баранку, естественно, возможны всякие проблемы. Да, я бы отметил, что трасса местами довольно-таки узкая. Если здесь ехать одному, как в квалификации, никто тебе не мешает, то это одно дело. А вот когда в гонке пытаешься пройти, да, здесь будет уже либо контакт, либо действительно вот
на торможениях, в поворотах будут пытаться люди проходить друг друга. Здесь, конечно, надо четко представлять момент атаки. Максим Буневич еще больше улучшил. Посмотрите, минута 18 тысячных. То есть, чисто теоретически его, конечно, могут побить. Но я не думаю, что за 4 минуты квалификации отыграть 4 десятых секунды Корочев или Лапин тем более смогут. А вот Смыкалов пока у нас вообще четвертый. Ну, я же уже говорил, здесь очень плотные результаты. Трасса довольно короткая. Возможно, еще и пилоты друг друга мешают. Хотя тут трафика особого я не заметил. Так, о балласте я не сказал. Начал вроде говорить. Так, у Дмитрия Смыкалова, как победителя прошлой гонки, опять 50 килограмм картошки. Данил Давлетшин 40 килограмм. Евгений Толкачев 30. Вербицкий 30. Павел Диденко 20. Сергей Лапин 10. Ну вот, мне кажется, и ответ, почему Смыкалов... Ну, в принципе, он быстр, конечно же, да, но он на 50 килограмм тяжелее Корочева, Буневича. На 40 Лапина. То есть при прочих равных условиях это действительно какое-то значение имеет. Но мне так кажется, что при такой короткой дистанции потери будут меньше. Но в гонке, возможно, все более весомо будет. Ну, между тем, Дмитрий Смыкалов улучшил существенно. Минута 19.74 тысячных. Сейчас его лучшее время. К сожалению, сегодня в трансляции участвую я один. Мой напарник по комментаторской кабине Вороздат не сможет сегодня поучаствовать в трансляции. Только будет зрителем. Ну, возможно, следующее будет уже в паре с ним. Конечно, интереснее слушать двух собеседников, которые дополняют друг друга. Ну, и мне проще следить за картинкой, когда Вороздат что-то вам объясняет. Очень интересно, как кто по стратегии разложит эту гонку. Конечно, у нас опять-таки погода постоянная, сухо, даже не жара, просто одна и та же температура будет по всей дистанции гонки. Ну, я думаю, что для такой непростой трассы лишние переменные, наверное, ни к чему. Так, квалификацию все практически уже закончили. Два пилота только у нас осталось на трассе. Пытаются завершить свои быстрые круги. Евгений Толкачев как раз, возможно, сумеет отыграть 5 сотых, что он уступает Павлу Диденко. Посмотрим. Не удастся. А, подождите, удалось. Удалось. Минут 19.538. Вот он, пятый. Да, не зря он тут проводил остаток времени с пользой. Ну, а теперь
После окончания квалификации нас ждет 5-минутный вармап, разогрев. Ну а потом 42 круга дистанции гонки. Пока мы передохнем 5 минут.
Итак, у нас закончился вармап. Сейчас все 16 пилотов, которые вышли на старт сегодня, появятся на стартовой прямой, ну и начнется гонка. Надеюсь, она сегодня будет не менее интересна, чем предыдущая. К сожалению, из-за того, что я один, будет сложнее следить за какими-то моментами. Все-таки в четыре глаза намного удобнее это. Но я думаю, что самую главную часть битвы за первую позицию, там вторую, третью и так далее, я не просмотрю. Ну и надеюсь, меня не выкинет по какой-либо там неизвестной причине. Я, кстати, осведомлен, что стрим лагает, но я уже ничего поделать не могу с этим, потому что получается так, что все проблемы именно со стрим-сервисом. Так. Ну, все готовы. Гонка начинается. Курочев, кстати, стартует с первой позиции. Вот это я упустил. И Гуневич у нас, правда, он стартует не очень удачно. И снова довольно-таки легко уступает свою позицию. Так, кто-то у нас заглючил. Оставляет хвосты, по-моему, это Смыкалов. Если я что-то не разобрал, тут, возможно, конечно, да, это Смыкалов. По-моему, он стал небольшой причиной такой микроаварии. Ну, вроде там дальше все люди разобрались и стараются. Так, сейчас мне надо убраться отсюда. Так, а вот здесь, пока я отъезжал, у нас борьба за первую позицию. Смыкалов отыграл второе место снова. Сейчас он преследует Анатолия Корочева. Эти трое далеко друг от друга не уйдут. Тут же у нас и борьба, как мы видим, и за пятую позицию. Сергей Лапин несколько отошел. Отъехал от Евгения Буклюкова. Так, довольно-таки плотная борьба сейчас за пятую позицию. Очень упорная она. И, кстати, очень будет интересно пронаблюдать, кто как проходит сейчас поворот. Коркскрю, штопор. Так. Как мы видим, сейчас атаки никто не предпринимает. Ну, здесь это, я уже говорил, непросто. Сейчас все осторожничают. Вот. Сейчас как раз в горку заезжают. Вот-вот начинается тут. Видите? Смыкалов тут вообще Буклюков тут вообще срезает. Естественно, мне кажется, он просто тормозил. Так, Корочев что-то замедлился. Ух ты, он пропускает Буклюкова. Странно. Никаких предпосылок вроде не было. По крайней мере, видимых мне. Но он сейчас реально уступил позицию. Но мне кажется, не из-за того, что он медленный. Вот здесь, кстати, вне пределов трассы он пытался пройти. Здесь это запрещено. Так что он правильно сделал, что перестал нарушать правила. Буклюков здесь сам ошибается под давлением со стороны Анатолия Короча. Короче, сейчас надо, естественно, попробовать догнать всех тех, кто ускакал вперед. Так, ну а Смыкалов, вот я тоже пропустил этот момент, Смыкалов уже и первый. Ну, я так думаю, что как раз после того поворота он в быстрых связках с Леонова-то и прошел. После штопора как раз
Так, вот, здесь очень даже будет интересно понаблюдать, кто как его проходит, но судя по тому, что Леонов не отстает, значит, проблем с этим у него нет. Так, ну, очень плотно едет Леонов сейчас. Вслед за ними Лапин. Все остальные. Так, Корчев почему-то снова отдалился. Но пока что еще четвертый. Сейчас он, похоже, отыграл позицию Гайнутдинова. Так, здесь у нас за шестую позицию борьба. Как мы видим, Евгений Толкачев с Владом Минченко. Не поделили что-то на трассе. Так, а... Ох ты, Леонов ошибается, посмотрите. Вот оно, а это коварная трасса, смотрите. Из грязи в князи, только наоборот. Из князи в грязи. Леонов сейчас уже десятый, сколько позиций он уступил за счет этой вот своей микропроблемки. Амбуневич, да, вот он, кстати, молодец, гонку он все-таки начал какого-то раза. Но посмотрите, девятая позиция. Что о чем это говорит? Парень квалификационный боец, но в гонке, видите, все намного сложнее. Очень плотная борьба, посмотрите, и там, и здесь. Князьков тут с Диденко, да. Князьков ошибся, точнее, его выпихнули. Так, Буневич здесь внутри поворота пытается пройти Диденко. Диденко тут едва удержался на трассе. Какая-то просто феерия ошибок. Коварная трасса, узкая трасса. Здесь нормально пройти пилотов тяжело. Вот оно дает результаты. Посмотрите, Буневич здесь вновь пытается внутри поворота пройти Павла Диденко. Но Диденко просто борется, кроет как может. Ну, не знаю. Пока, я думаю, это просто дело времени, когда Буневич его пройдет. Явно он побыстрее Павла Диденко, но на этой трассе не просто обойти. Даже скорость тебе так просто в этом не поможет. Ох, смотрите, в заносе Диденко входит в повороты просто. Но при том он Влада Минченко догнал здесь, конечно. Так, вот, при входе в этот поворот, да зачем же так толкаться-то, а? Ох, вот он и повис. Вот это будет явно на заметку судьям. Этот момент я стараюсь не забыть его отметить. Павел Диденко здесь оказывается в проигрыше. Очень много будет, наверное, тут инцидентов. Я очень хочу, чтобы все участники инцидентов сами их написали, потому что, ну, явно, ну, культура вождения никогда не появится, если не будут ябедничать пилоты друг на друга. Так, ну вот лидеры растянулись, здесь уже ничего интересного не происходит, а вот за четвертую позицию намечается борьба. Здесь у нас Гайнутдинов, Толкачев и уже подъехавший к ним Буневич. Буневич отыгрывает довольно жестко все свои позиции. Но, кстати, в предыдущем моменте он, в принципе-то, не виноват. Как бы для него это гоночный инцидент. Все-таки он Диденко там не подцеплял. Вот, я бы сказал, Минченко. Ну, не знаю, на самом деле Павел Диденко очень оптимистично пытался пройти там Минченко при входе в поворот. Сложнейший штопор. Естественно, поплатился за это. Потому что Минченко был в выигрышной ситуации. Потому что у него была внутренняя траектория. И дальше он просто не пустил его. Но на самом деле, надо разбираться. Непростой момент. Сейчас, кстати, его догнал Леонов, который тоже уже немало накосячил. Так, а вот за четвертую позицию здесь тоже
борьба. Видите, все со сносом задней оси едут здесь. Но Толкачев более удачно выходит из поворота. И Гайнутдинов едва-едва остался впереди на четвертой позиции. А Буневич просто ждет, выжидающая тактика. Просто думает, сейчас они друг друга уберут, а я спокойно стану четвертым. Но, как мы видим, Толкачев здесь без контакта проходит. Буневич следом. Вот, подсуетился. Да, Гайнутдинову не позавидуешь. Действительно попал среди двух очень быстрых пилотов. Но Гайнутдинов, он больше мастер длинной дистанции. То есть, да, он сейчас уступит свою позицию, однако он своего шанса еще дождется. А вот Толкачев ошибается при входе в штопор. И, естественно, Буневич без борьбы. Я уже не раз акцентировал ваше внимание на этот опаснейший и сложнейший поворот. И вот он как раз в гоночной ситуации все намного сложнее. Если в квали ты будешь там 10 раз из 10 в него входить идеально, то в гонке он, Гайнутдинов, здесь широко выходит, ошибается. Так бы, может, и позицию Минченко здесь на выходе. Рано дает газу. Едва-едва в стену себя не прибил. Так, Голубничий здесь широко вышел. Ну, я бы сказал, здесь миллион ошибок со всех сторон. Так, а вот, кстати, что касается Смыкалова, не знаю, только ли он у меня лагает, ну, возможно, у всех, оставляет хвосты. Мне кажется, это стало причиной небольшой аварии на старте. Если повтор покажет это, то, надеюсь, все увидят. И сам Смыкалов. Потому что, в принципе, проблемы пилота – это его проблемы. То есть, другие страдать в этом плане не должны. Так что Смыкалову можно за такое и взыскание. Ну хорошо, дальше посмотрим. Так, Полтавский здесь, по-моему, прислонился к стене. Так, Буневич здесь спокойно на четвертой позиции. Ну, правда, по позиции-то, может, он четвертый. Да вот отставание впереди идущих, по-моему, не сокращается. 7,8, 7,9 секунд. Так, вот Толкачев довольно близко к нему, однако дистанция атаки еще нельзя назвать эту. Так, вот успокоилась несколько у нас здесь ситуация. Растянулись пилоты за счет множества ошибок друг друга. И борьбы как таковой здесь ни в одной из групп я не вижу пока. Это, конечно, плохо. Почему? Потому что дальше будет только хуже. Ну, я так думаю, что просто позиции будут резко меняться у пилотов из-за пит-стопов. Так, между тем у нас и Анатолий Корочев, вот те раз, да, третья позиция, и он отыгрывает свои секунды до Сергея Лапина. По скорости пилоты, ну, я бы сказал, да, Корочев быстрее заметно, причем где-то полсекунды, наверное, он как минимум отыгрывает на круге, на этом только круге у Сергея Лапина, и не мудрено, что он сейчас приближается к нему, и сейчас между ними всего чуть меньше 2 секунд, и это, кстати, подозреваю, в каком месте он отыгрывает у него, вот как раз в этих вот медленных связках, смотрите, тает секунды. Уже 1,2. Ну, это очень неплохой темп, неплохие настройки. Действительно, только здесь можно больше всего отыграть, потому что прямиков больших здесь нет. В основном, так сказать, разгонные участки, и тут же потом либо излом, либо поворот. И сейчас как раз у Корочева отличный шанс опередить Сергея Лапина. Да, в погоне за... Ну, вот смотрите, вот как надо проходить этот поворот. Действительно, спокойно, уверенно. Ну, Сергей, по-моему, это получше получилось. В итоге он чуть-чуть оторвался снова. И вот за счет такого последнего сектора Сергей и удерживает свою вторую позицию.
Корчев все равно потихоньку будет больше и больше приближаться. Потом уже где-нибудь вот на стартовой прямой или в ходе в пару следующих поворотов найдет место для обгона. Так, ну а за четвертую позицию у нас борьба пока тоже такая чисто виртуальная. Сейчас Пуневич выигрывает у Толкачева чуть больше секунды. Как раз у них первый круговой на пути. Полтавский уже побывал в боксах, и мне кажется, это была механическая какая-то проблема. Как раз мы видели его в одном из моментов у стены. Я так думаю, ох, в очередной раз он туда, как только я слово «стена» сказал. Зачем же так сразу туда же? Может быть, он просто пропускал так пилотов. Так, за шестую позицию борьбы как бы и нет. Евгений Леонов, да, вынужден отыгрывать позиции с конца, так же, как и Буневич. Так, ага, Буневич ошибается в повороте штопор. Посмотрите, по-моему, его тоже насадили на кол в этом повороте. Так же, как и Полтавский здесь. Ну да, к сожалению, Полтавский попал, так сказать, под шампур Буневича. Вот, ну, все довольно-таки мирно обошлось, только не для Буневича. В принципе, Полтавскому сейчас терять уж нечего. 3-4 круга он уже уступает лидерам. А вот Буневич вот, вынужден сейчас снова прессинговать, атаковать. Пока что он опять на две позиции. Ох, внизу. Так, это у нас перетормозил Евгений Леонов. Евгений Леонов, между тем, уже пятый. Да, конечно, был он и вторым. Пока эти трое борются, очень будет интересно понаблюдать за их баталией. И вот как раз про Джалиля Ганудинова я не зря тогда сказал, что этот пилот в основном на долгие дистанции, на длинные дистанции выстреливает, так сказать. Возможно, он сейчас будет восьмым, но в конце гонки может и подняться. Так вот, Евгений Леонов опять этот штопор, который уже притча во языцах. Так, Буневич здесь своей широченной машиной еле-еле здесь уместился в ямке. Да, с такой задницей, извините за выражение, на трассе удержаться непросто. Она просто выносит за пределы. Неудивительно, что именно он, я вот заметил, больше всех атакует по ребрике. Широко все время входит, выходит. Так, ну а Леонов здесь максимально поздно старается тормозить. Но это его тоже манера. Я посмотрел его быстрые круги. Он всегда с дымом из-под колес тормозит в первом повороте. Так, Исаенко здесь пока что не дотягивает до их уровня, так сказать, до их борьбы. Так, ну, по темпу, что можно сказать по темпу? По темпу пилоты явно близки, но Буневич может чуть быстрее, чем Леонов в данный момент. Секунд, так, ну на 3-4 десятых он может быть быстрее. Так, ну Леонов очень нервно входит в штопор, поэтому он здесь действительно проигрывает Буневич. Буневич как-то прям проглатывает, его машина просто проглатывает все неровности. Ну вот единственный раз только застрял на вираже на этом. Там просто такая ямка, днищем что ли машина задевает получается и кувыркается. Но сейчас вот попытка атаки, но здесь не хватит скорости и чисто пройти не получится, если только Леонов не откроет просто траекторию, иначе действительно здесь не пройти.
готовит атаку Буневич. Не знаю, на этом ли круге удастся пройти. Я так думаю, он за счет лучшего прохождения штопора попробует сейчас. Так, вот торможение, и Леонов... Нет, Леонов на этот раз идеально почти входит. Ну, Буневич просто как клещ к нему присосался. Старается не отпускать. Так, я упустил тут борьбу. Корочев и Лапин. Лапин у нас уступил свою третью позицию. Я вот действительно не могу следить за двумя баталиями сразу, к сожалению. И просмотрел этот момент. Но сейчас уже все случилось. И намного интереснее вот эта более плотная группа. Потом возьмете повтор, посмотрите сами. И как мы видим, Корочев уходит. Так что смотреть там не на что. Сам момент обгона, я думаю, не так важен. Там Корочев явно побыстрее был. Так же, как и Буневич сейчас. Ну, возможно, и Лапин ошибся. Так, вот на этот раз Буневич намного лучше проходит. И посмотрите, он здесь пытался пройти, да. Это, по-моему, безбашенный парень. Опа, контакт. А вот за это можно получить от судей. И второй контакт. А вот... Вот так не надо делать. Больше не делай так. Ну, вот тебе и наказание за твои грехи. Получи и распишись. Исаенко, правда, не настолько близко был, чтобы пройти. Но, мне кажется, Буневич получил по заслугам. Ну, имею в виду за свои опасные контакты. Ну, чисто гоночный, конечно же, но Леонова можно было и спихнуть так. Так, сейчас, правда, Исаенко все-таки попытается, наверное, пройти... Буневича нет, нет, вроде. По темпу тут, конечно, тяжело будет. Сейчас Буневич опять отъедет от них, от него. Так, ну а Леонов? Ну, машина у Леонова симпатичнее стала после пары столкновений. Так, у нас уже 14 пилотов всего на старте. К сожалению, кончаются люди у нас, кончаются. Так, а Лапин у нас все еще третий. И, да, здесь, конечно, будет непросто догнать Корочева. 3 секунды. И Толкачев, по-моему, здесь начинает подбираться к этим... двоим. Так, Абуневич. Абуневич, кстати, все-таки вынужден пока что довольствоваться 6-м местом. И не получается у него оторваться от Ильи Исаенко. Илья Исаенко вот зацепился. Естественно, сейчас не отпустит. Так, ну, остальные пилоты, как мы видим... ведут виртуальную борьбу. Так, вот очень интересно посмотреть, кто как проходит здесь штопор. Так, перетормозил Леонов. Буневич хороший вход. Исаенко тоже отлично. Но, однако, Буневич своими широченными выходами так рискует и вылететь, потерять машину.
немного подуспокоились. У нас здесь все пилоты. Просто, я так думаю, череда пит-стопов скоро. А сейчас надо просто ждать, кто какую стратегию у нас использует. Я так думаю, что в большинстве своем, наверное, на один пит-стоп посередине гонки. Однако, возможно, кто-то очень хорошо может сэкономить резину и отсрочить свой первый пит-стоп, чтобы попытаться потом отыграть на этом. Так, ну Буневич отъехал, явно отъехал от Исаенко сейчас. Ох, только я это сказал, и он поехал в степь. Вот, я просто мастер по сглазу. Приглашайте, если что. Рад помочь. Что стоит мне сказать что-то хорошее о ком-то, этот человек сразу ошибается. Правда, по заказу это не получается. Да, к сожалению, у нас трансляция с жуткими лагами будет, я так думаю. Она идет сейчас с жуткими лагами. И пока я ничего поделать с этим не могу, я думаю, что в следующий раз буду транслировать, наверное, буду транслировать сразу на Twitch. Там, по крайней мере, таких потерь пакетов у меня не наблюдалось. А здесь же, ну, я вам скажу просто статистику, у нас 80% отправленных кадров у меня уходит в тартарары. Это значит, что вы видите картинку приблизительно как в немом кино. 5 кадров. Не знаю, даже не представляю, насколько она хреновая. Но я думаю, что так. Первый у нас пит-стоп. Анатолий Корычев сейчас заехал в боксы. Рановато, мне кажется. Ну, возможно, он починиться решил. Да нет, машина чистенькая. Так, и это значит, что у нас Сергей Лапин выходит на вторую позицию. Леонов и Буневич тоже выигрывают по позиции, а Корчев пока седьмой. Я так думаю, что он седьмым и вернется. Да, Минченко только еще старт-финишную прямую проходит. У Корчева здесь как раз небольшое преимущество. Так, вот он выходит. Седьмой. Так, Леонов загорелся. Ух ты, я пропустил обгон Буневича. Ах, жалко. Но мне кажется, он в скоростной части проехал сейчас Леонова. Я так думаю. Ну, Леонов и понял, что сейчас пока бороться нет смысла. Надо в боксы заехать, поменять резину. А Буневич будет, мне кажется, дальше прессинговать. Ошибается в свою, по-моему, вдоволь так. Леонов у нас в боксах. В боксах же и лидер бывший Дмитрий Смыкалов. Исаенко тоже следом. Буневич выходит, значит, на вторую позицию уже. Очень интересно. Лапин пока что в боксы не планирует заезжать. А Буневич здесь скользит, как корова на льду. Уж извините сравнение. Мне кажется, в боксы ему надо больше всех, но он почему-то туда не поехал. Ох, зря. На свежей резине, я думаю, Леонов его просто съест. Так, Смыкалов выходит на четвертой позиции. На пятой пока Корычев. Корычев отыграл. Посмотрите, 3 секунды между ними. Отличный пит-стоп был у Корычева. А сейчас он уже видит его в пределах одной дистанции поворота, между поворотами. Так, Минченко пока шестой, да? Так, что у нас? Буневич. Буневич, естественно, в боксы сейчас поедет, конечно, с такими виляниями задней части автомобиля. Он далеко не уедет. С
естественно, у него темп ухудшился так. Осторожно, вход в поворот здесь такой же, прям как в штопор. Так, Лапин у нас в боксах. Так, очень интересный расклад. Сейчас будем следить, кто какую позицию займет. Ну, преимущественно, естественно, Сергей Лапин нас интересует. Так, Смыкалов. Так, ох, Диденко не решился сейчас поехать в боксы. Сейчас выходит лидер именно он. Так, Буневич пока второй. Смыкалов уходит на вторую позицию сейчас. Корочев третий. Так, а вот что у нас? Баклюков, Минченко, Клубничек, Инудинов, Толкачев. А где же Леонов? Ох ты, черт, Леонов аж 14-й, боже мой. По-моему, там какая-то проблема была у него. Явно что-то неладное. Буневич пока все еще здесь. Даже не завел машину. Может, он и починиться решил. Ну и напрасно. Ну, Леонов отыгрывает, естественно, отыгрывает свою потерянную позицию. Только вот сейчас толку-то ему от этого немного. 11-й и позади Исаенко еще к тому же. Ну, конечно, не айс. Так, Толкачев здесь обходит Джалили Гайнудинова легко. Так, а Корочев? Ну, Корочев следом за Смыкаловым. Денко тут все еще борется, да. Ну, борется он чисто для галочки. Сейчас Смыкалов первый, и это факт. Корочев второй, и это тоже факт. А Буневич только сейчас решил поехать все-таки на трассу. Подумал, все, хватит, я им форы вам дал, давайте попробуйте теперь угнаться за мной. Так, Буневич в итоге последний. Ну, это просто... Подождите, а он вообще уехал? Нет, решил здесь на пикник присесть. Я так думаю, с ним все ясно. Гонку он брос... Ну, дальше сами договорите. Так, вот, Леонов и Саенко. Единственная более-менее активная группа. Сейчас, конечно, Леонов обиженный на себя, на трассу, на злой рок. Вынужден отыгрывать опять свою, уже не знаю какой раз, низкую позицию. Он уже, по-моему, заколебался. Но в итоге выигрывают все остальные, кто был позади. Так, ну, судя по темпу, Леонов быстрее, чем когда-либо в этой гонке. Потому что 4 десятых везет самому себе лучшему. А Исаенко? Что Исаенко? Исаенко, ну... Тоже улучшает, конечно же, на свежей резине, однако вот, ух, штопор ему подвернулся здесь очень кстати. Только он не спасет в третьем секторе. Ну и, в принципе, сейчас посмотрим, пройдет ли вообще Леонов Исаенко или нет. Исаенко, да, пройдет. Просто как в автобусы, друг за дружкой. Так, Корочев и Смыкалов. Ну, здесь, по-моему, что-то совсем не похоже на борьбу. 1,7. Ну и они только друг друга бамперы видят. Так, Макс Буневич все-таки решил собрать чемоданы и отправиться домой. Ну да, механики, конечно, у него действительно ленивые оказались. Видно, денег не хватило на нормальных. А возможно, просто неопытность именно проведения пит-стопа. Может быть, заглушил двигатель, но не мог завестись. Ну или что-то такое. Потому что он, по-моему, даже не трогался. Так, и Евгений Баклюков тихой сапой. Уже на третьем позиции. Вот так вот. Я уже говорил вам, что трасса очень непредсказуемая в плане ошибок, позиций, поэтому
Если будешь ехать тихо, но медленно, но при этом безошибочно, то отыграешь. Ну вот, Евгений Баклюков, в принципе, я бы не сказал, что он едет медленно, но ошибается он явно поменьше, чем впереди идущие до него, которые были до того, как он стал третьим. Так, а Сергей Лапин у нас в итоге пятый, да, он и Толкачева пропустил, очень айс, Леонов вообще шестой, Исаенко он все-таки прошел довольно-таки уверенно. Исаенко снова приклеился к впереди идущей машине, правда вот зазорчик побольше сейчас, чем с Буневичем. Так, Инутдинов у нас, к сожалению, все еще восьмой. Несмотря на то, что я очень многого от него ждал. В принципе, здесь при такой непонятной гонке, постоянной чехарде, и не мудрено. Так, ну а Павел Диденко, как у него не сложилось в том повороте в начале гонки. Так, вот он сейчас и вынужден плестись девятым. Все равно очки дадут. Ладно. Так, позади у нас здесь вообще непонятки. Что у нас с темпом? Темп Смыкалов пока идет с более медленным темпом. Однако не помешало ему уже 2,2. Да, на 2 секунды быстрее пока впереди Дмитрий Смыкалов, однако Корочев не будет сдаваться. И правильно. Когда появится повышенный износ, возможно, и ошибочки появятся. По такой трассе это все возможное. Да, лагает у нас, конечно, трансляция, ничего не поделаешь, но радует только одно, что большинство все равно смотрит запись. Ну, а в записи она лагать не будет, уж поверьте. Запись будет идти 60 кадров в секунду, прям как в кинотеатрах, 48, да. Новая фишка. Возможно, кстати, из-за этого. Ну, я не думаю, все-таки битрейт там не очень высокий. Мне кажется, просто серваки Good Game настолько превратились в Г. В начале стримы, когда я еще вел до этих всяких досов, у меня вроде проблем не было. Это один из лучших сервисов был. Сейчас непонятно. Видимо, надо тупо на Twitch. И ладно. Там, в принципе, лагов все равно статистически меньше. Зато тут задержка маленькая, по-моему, секунды 3 всего. Так, Корочев у нас чуть-чуть приблизился опять, ну, 1,8, 1,7. Какая-то прям чехарда. Я не думаю, что получится у него обогнать с таким не очень уверенным настроем. Надо быстрее, быстрее быть. Надо сидеть на крыле, заставить нервничать Дмитрия Смыкалова. Ну а с таким комфортным отставанием Смыкалов просто будет контролировать ситуацию. Если надо поднажать, поднажмет. И, естественно, так и доедет до финиша. А вот когда начинаешь прессинговать, вот приблизительно вот так. Вот, например, возьмите Феттеля. В борьбе он уже не такой смелый, когда действительно его атакуют позади всегда. Бережет свой зад.
Так, Евгений Толкачев, пока что 22 секунды, да, здесь до второй позиции нереальная пропасть, круговой в лице Голубничева. Так, а вот Леонов уже почти догнал Сергея Лапина, вот где действительно будет интересная борьба сейчас. Здесь уже и отрывы поменьше. Так, правда, конечно, сейчас и Корочев поднажал. 0,6 между ними. Ох, не знаю, за чем смотреть. Леонов, конечно, мастер по длительным преследованиям и атакам в конце преследований, но... Так, посмотрим. Выбирать будем сейчас, что смотреть. Эх, жаль. Картинка в картинке нет. Сейчас бы посмотрели за обоими битвами сразу. А вот Смыкалов начинает чуть-чуть. Может быть, даже не ошибаться, но уже так осторожнее проходить. Правда, вот и Корочев здесь осторожничает. Так, пока посмотрим за Леоновым с Сергеем Лапиным. Тоже очень интересный момент сейчас будет в штопоре. Возможно, будет здесь попытка обгона, как у Буневича. Но я не думаю, что Леонов настолько безумен. Да и, в принципе, приблизиться он ближе не смог. Близко Леонов, только вот действительно ему не хватает как бы смелости, что ли, так резко выйти так из-под тени Сергея Лапина и в слепстриме включил фары. Ага, услышал меня. Решил осветить свой путь. Мне кажется, тут и так прекрасно все видно. И фары ему быстрее ехать не помогут. Хотя, возможно, он надеется, что его так видно будет, не знаю. Сомнительный момент. Никогда не понимал смысла в включенных фарах днем. Мы что, тут на дорогах общего пользования, что ли? Да, Леонов сейчас, конечно, быстро. Вот, возможно, сейчас Джалиль Гайнутдинов вмешается невольно в их борьбу. Не поможет Леонову опередить. Хотя нет, по-моему, Лапин и без этого сейчас может ошибиться. Ошибся, правда, успешно закрыл траекторию и не дал Леонову воспользоваться его ошибкой. Но только вот надолго ли это... Посмотрим, кто проходит штопор как. Замечательно, как и все. Так, Гайнутдинов тут, ну, предельно аккуратно старался пропустить обоих. Молодец, образец. Ой, не ту кнопку нажал. Ох, как вовремя я посмотрел, да, моментом. Да, Леонов тут, конечно, Лапина... спас от своей собственной ошибки. На самом деле, конечно, он был неправ. Он, конечно, был быстрее, но место Лапин ему, в принципе, там не оставлял. И, естественно, Леонов стал как вкопанный. А так бы был хороший шмяк в правую, нет, в левую дверь. Ну,
и Лапин бы выходил, по-моему, через форточку тогда. Но, однако, сейчас Леонов уже моргает. Че моргать-то, блин? Он знает, что ты там. Ох, как классно Лапин кроет траекторию, видите? Не доходя чуть-чуть, берет левее. Вроде бы я открыл, но не протиснуться. Так, ну Леонов здесь, ух, виляет, виляет. Ну, темп-то у них не очень-то и быстрый, посмотрите. Гайнутдинов от них даже не оторвался. Ну, я имею в виду, не отстал. Вот, здесь опять намного позднее тормозит Леонов. Здесь смык с Лапин ошибается. Ай-яй-яй. Посмотрите-ка. Сам, в принципе, отдал свою четвертую позицию Евгению Леонову. Ну и сейчас Леонов ее возвращает. Спасибо, Лапин говорит. Что такое? Что это было? По-моему, Леонов... вопреки законам физики возвращается на трассу, не знаю, мне кажется, вот за это можно Леонова и предупредить. Он, ох, Буклюков там, да что ж там творится, бубух, вот получи-ка, распишитесь. Буклюкову надо взыскание в грудную клетку, или как им это там называется. Он выбил фактически двоих пилотов, прям как в кегельбане. Ай-яй-яй, Леонов. Лапин, по-моему, офсайд. Все, выпал в осадок. Так, а Буклюков вышел только сейчас. Ну, молодец, конечно. Выкинул человека из гонки. За такое надо дисквал давать вообще. И не обижайся, Евгений. Это будет наверняка дисквал. Это просто очень опасное поведение на трассе. Нельзя таким просто вкопанным быть. Хотя, может быть, я погорячился. Но Лапин будет сейчас очень зол. Так, Алеонов едет. Ну да, его поломки. В принципе, ну что у него там? Вроде ничего особо не отвалился. Да, после его какого-то... действительно, вопреки физике, законам физики, возвращение на трассу, я просто не удивляюсь уже ничему. И очень хорошо, что этот момент попал в трансляцию, в запись, неважно. Так, Саенко здесь. Саенко здесь просто повезло. А вот Лапину нет. Надо будет разобрать этот момент. Очень интересный момент. Так, надо записать даже это. Это был 33-й круг. Ну, или 32-й. Момент. Тачит Леонов. Буклюков. Лапин. Только надеюсь на то, что Сергей Лапин все-таки не будет говорить то, что все, нафиг эти гонки, ухожу в монастырь. Не повод. Как же было бы скучно, если бы таких моментов не было, в гонках. Ну, согласитесь. Так, ну, здесь прям как будто обгон на круг. Эх, к сожалению, за счет этих всех аварий. Ох, вот. Вот за что, зачем мы будем смотреть сейчас. Я так думаю, оставшиеся 6 кругов. Борьба за лидерство, но остальное нас больше уже не интересует. Там что там, борьба, какая там борьба, там отставание по 30 секунд уже. А вот здесь самое интересное. Я так думаю, что
Курочев как будто, как режиссер какого-то триллера, он знал, что надо до конца фигней страдать. Ну а потом, о, ну можно и вот сейчас начать фигней страдать, это я не знаю. Эх, ну что ж ты делаешь, а? Ты даешь Смыкалову легко выиграть. Он сейчас, наверное, от радости тоже в стенку куда-нибудь шибанется. Нет. Блин, ну почему же я такой? Я все время глажу все. Не буду говорить больше, что у нас ждет борьба или еще что-нибудь. Смотрите сами. Опять, блин, сглазил. Стоило сказать, и Корочев тоже поцеловал стенку. Нет, по-моему, машина у него какая-то стала. Да не, вроде чистенькая тоже. На, теперь у нас борьбы вообще нету. Так, ух ты, а тут что у нас? Штопор дает о себе знать. Машина поехала задом. Ты повернулась ко мне задом. Не надо ехать. Стой, если стоишь. Вот в таких ситуациях, если кто смотрит, вы мешаете. Вас видят. Не старайтесь ехать сразу. Смотрите, может вас уже объезжают. И ваше телодвижение просто лишний раз сложности добавит. Так, Леонов. Ну, Леонов молодец, не сдается. Три секунды. Это, ну, я так думаю, отыгрываем за 5 секунд. Ой, за 5 кругов. Да, у него, конечно, сегодня на его долю куча испытаний. Легло. Так, а Корчев 4.6. Ну вот, оставшиеся 5 кругов он эти 4 секунды будет отыгрывать. И что в итоге? В итоге нас ждет скучнейший, опять-таки, финиш лидера, имею в виду. И заведомый максимум очков. Я так думаю, после этой гонки теоретические шансы уже практически будут равны нулю. Так, Исаенко у нас уперся в кругового. Леонову это, конечно, на руку сейчас. Ну, правда, и Леонов в такой же ситуации сейчас будет. Жаль, у нас ночных гонок нет. Тогда уж фары точно помогли бы. Ну, или их отсутствие. Надо хотя бы один раз сделать гонку с такими экстрим условиями в плане без освещения, и если повредишь фары, поедешь вслепую. У нас на фрирейсе так не раз было. Ну, поэтому все светотехнику берегли. Хотя с одним глазом, но доехать. Так, Леонов у нас сейчас времени зря не теряет. 1.8, 1.9. 4 круга всего осталось. Так, суть по темпу, он отыгрывает где-то по полсекунды, если будет, конечно, ехать аккуратно. Ну, а Корчев, по-моему, смирился со второй позицией, тут уж ничего не попишешь, упустил он момент. 3 секунды, ну я же сказал, он эти 5 кругов будет просто отыгрывать эти времена. А сейчас Смыкалов, естественно, понимает, что им у него главное сейчас ехать стабильно, не ошибаться. Так, Леонов у нас чуть-чуть подотстал. 2 секунды. Не айс. Жаль, конечно, у нас что в гонке всего 11 пилотов. На такой короткой трассе было бы замечательно, если был 20. Вот тогда бы они чаще встречались лбами. Ух ты,
только я сказал, Князьков здесь сделал просто разворотик. Ну, хорошая мишень. Так, сильно-сильно перетормаживает Исаенко и дает возможность приблизиться Леонову, уже полторы. Ну да, Леонов, давай. Хоть ты сделай то, что Корочев не смог. Три круга у тебя есть, чтобы догнать Исаенко. Ты уже знаешь, как его проходить. Вот здесь как раз. У тебя отлично это получилось. Так мне кажется, что не получится. Не знаю. Опять я, наверное, глажу. Два круга полных. Тут предложение поступило провести гонку на Нордшляйфе ночью в дождь. Ну да, тогда точно доедет, может быть, кто-нибудь. Или хотя бы колеса этого некто. Я не думаю, что вообще кто-то согласится ехать. Уж доехать там, по-моему, не вариант. Ты посуху, наверное, мало кто доедет. Кстати, да, редко, очень редко проводились такие гонки на моей памяти. Ну, да, там и, в принципе, желающих-то немного. Все хотят попробовать, но вот доехать не получается многих. Да, сразу можно назвать такие гонки марафонской дистанцией на выживание. Ох, тут Леонов сильно перетормаживает в очередной раз в своем любимом повороте с радиоуправляемой физикой. Но до Исаенко все равно 1.2. И за пару кругов я не думаю, что он пройдет его. Он всегда очень долго готовит свои атаки. Это было и в этой гонке также. Поэтому приблизиться — это полдела. А вот обогнать для него намного сложнее. Так, ну, 9 десятых секунды, все еще мало, то есть, имею в виду, наоборот, много, Леонову не удастся, хотя, может, на последнем повороте, в последний вираж он войдет быстрее и всю мощь своего Макларен втопит в педаль. Вот он, последний круг. Так, ну а лидеры у нас что тут, развлекаются уже? Ну да. Один и две. Лапин не выходит. Я бы, наверное, с дуру уже и вышел. Ну все, Леонов сдался. Песочек отпустил. Я думаю, что тут уже не зачем смотреть. Посмотрим, как Смыкалов выиграл гонку. Корчев второй. Ткачев еще штопор проходит. В итоге, в принципе, гонка получилась интересной. Побольше таких сложных трасс. Может, тогда Батурст еще включим в календарь вне зачета. Я думаю, многим эта трасса знакома. Она не менее простая. И поворот там тоже коварный есть. Там будет вообще какой-нибудь ужас. Особенно в секторе, где стены по краям. Так, ну Леонов у нас пятый, Исаенко четвертый, как я и говорил. Да, Корчев вынужден констатировать, что победил опять не он. И, в принципе, он сам виноват. Диденко, несмотря на все свои заключения, все-таки шестой.
Ну, я думаю, что это неплохо. Был и девятым ведь он. Голубничий, смотрите, седьмой. В принципе, тоже особо не напрягался. Меня уже вынесли, да? А, да, меня нет. Так, ну... А, вот где я. В космосе. Блин, как же меня это запустили. Ну, в общем, всем спасибо за внимание. Запись трансляции будет, как обычно, через 2-3 часа. Ну, я думаю, после Формулы-1. Если уж кто смотрит, он знает, что сегодня Гран-при через час ровно будет в США. Всем пока. До следующего раза. И я думаю, что в следующий раз я трансляцию починю, чтобы таких проблем не было. До свидания.